Знают все, как дважды два. У ребенка есть права. Руки мыть и уши. Много каши кушать. Хорошо учиться. Рано спать ложиться. Не грубить, не драться. Спортом заниматься. Вежливым и добрым быть. Маму с папой любить. Только капризуля Лада все своим правам не рада. Вместо сока из морковки пить хотела газировку. Вместо каш положенных завтракать мороженым. На компьютере играть, за собой не убирать. Надоело Ладе, слышит слово «надо». Делай это, делай то, человек я никто. И сказала Лада маме: лучше делайте все сами. Я не кошка и не краб, человек я, а не раб. И сама я мыть посуду ни за что теперь не буду. Грубила каждый день. Тут отец достал ремень. Мы здесь не в Европе. Шлеп по толстой попе. Лада с этого шлепка прыгнула до потолка. Заревела громко. Сдохнули ребенка. Полицейским позвонила. Маму с папой обвинила. Ночью Ладе снится сон. Вот ворвется в дом ОМОН. Взрослых всех повяжет и ремнем накажет. Отомстят им власти за ее напасти. Закон пусть заморочится, сделать как ей хочется. Не прошло 5 минут, полицейский тут как тут. Да! Говорит: ну что же, бить детей негоже. И на кухне, сев за стол, он составил протокол. Девочки, родители, изверги-вредители, вдруг и впрямь убьете. Появилась тетя. Ладу за руку взяла и с собою увела. Сразу девочка в законе оказалась в детском доме. Мамы, пап в помине нет. То-то будет Диснейленд. Поздравляем с новосельем! Ладе же не до веселья. Не одна она живет. Вместе с ней 500 сирот. Соня Ладу обижает. Маша палкой угрожает. Валентин, разинув рот, просто так весь день орет. Ян стучит по батарее. Плохо пахнет от Андрея. А угрюмый жлоб Джамал все мечи себе забрал. На свои права в расчете Лада жалуется тете. Только тетенька, зараза, отругала Ладу сразу. Мол, ее до вечера беспокоить нечего. Лада пусть поищет друга. Или просто встанет в угол. Или с Валей поорет. Главное, не пристает. Покраснев от огорчения, Лада грезит о печенье. И о том, что на обед торт дадут и 100 конфет. Только Ладе дали кашу. Маминой гораздо гаже. Этой каши даже вид прогоняет аппетит. И какао тоже на похоже. Есть не стали заставлять, сразу повели гулять. Во дворе хромой Кирилл в Ладу грязью запулил. Разобидевшись вдвойне, Лада села в стороне. Про себя угрюмо стала думать дум. Жила у мамы с папой я, и там без спроса все нельзя. А здесь нельзя со спросом, ну как в тюряге просто. Рано по утрам вставать, ровно заправлять кровать, убираться, мыться, рано спать.
спать ложиться и давиться той бурдой, что считаю здесь едой. А еще ругаться, бить всех и толкаться. В распорядке нету драк, но без них нельзя никак. Среди детей порядок тут. Кто не бьет, того побьют. Кто не с кулаками, ходит с синяками. Тут за ними вновь пришли, спать в палату отвели. В страшной той палате 50 кроватей, чтоб тоску ее унять, не пришел никто обнять. В детском доме тети просто на работе. Разревелась наша Лада. Да, во всем я виновата. Маму я не слушала, кашу я не кушала. Невиновный папа с мамой. Я ребенок худший самый. Прав не надо. Ничуть! Я назад! Домой хочу! Тети Ладу отпустили, а родители простили. И хорошей стала Лада, и правам, конечно, рада. Руки мыть и уши, много каши кушать, хорошо учиться, рано спать ложиться, не грубить, не драться, спортом заниматься, вежливой и доброй быть, маму с папою любить. Лучше них, поверьте, дети, нет для вас людей на свете. Просто супер! Молодец!